Здравия желаю. А теперь проверим, сейчас сегодня начал проверки отопительных систем, так как зима близко. Теперь проверим твою коробочку. Во-первых, проверим, сколько она потребляет со счетчика. Первое. Так. Врубаем. Стартуем. А потом по градуснику проверим. По градуснику. Нагрев пошел. Насколько она поднимет? Как вы помните с первого ролика, который сегодня передавал. Значит, заводской на 2 киловатта поднимает на 2 градуса. Тот тоже с холодильника, со старого, уже дотронуться нельзя, поднимает, значит, тоже на 2 градуса. А насколько вот коробочка вот эта поднимет? Сейчас посмотрим, сколько она, во-первых, потребляет точно. Вот замеры идут, видите. Сейчас 0,48. Вот по риске. На риску встанет. И мы остановим и посчитаем. Один прогон от риски до риски, видите. 3,3 ватта. То есть один прогон сделал, 3,3 ватта. 300 прогонов, киловатт. 300 раз пройдет от риски до риски, киловатт. Вот температура, значит, на градуснике. Сейчас. Упала, это все выключил около. Ну, считайте 26 градусов. То есть всего-то нагревает и заводское, и это на 2 градуса все нагревает. Видите как? И 2 киловаттный, и этот на 2 градуса. То есть надо, чтобы в хате была температура не упала меньше 20. Как упадет, как 20 стало, сразу включайте обогреватель. А вот потом трудно поднять, так и как 2 киловаттным, так и моим. Потом трудно будет поднять. Вот это уже притронуться нельзя. Сколько же потребляет-то чудо? Чудо техники. Так, пока не видать, то есть потребляет мизер. 3 минуты уже. О, появилось. Появилось. Вот сейчас до конца дойдет риски, как мы и начинали с конца риски. Стоп. 3 минуты 18, в общем, 3 и 850, то есть 3 минуты 19 секунд. Итак, посчитаем. 3 умножаем на 60, 180 плюс 19, 199 умножаем на 300 оборотов. Так. И делим на 3600. 16,583. Шестьдесят ватт. А поэтому по амперметру замерим. Ноль целых 17 сотых.
0,17 умножим на 230 напряжение. 39, видите? То есть счетчик еще, вы говорили, что счетчик не мотает, он еще врет. Всего-то 39 по амперметру. А по счетчику 60. То есть это обратная энергия еще почти. 21 ватт обратный. Он тоже считает как за это, за потребленную. То есть счетчики врут. Это понятно. Но об этом в другом, значит. Это я показывал об этом. Еще выпустим на эту тему. Это интересная тема. А сейчас, значит, что? Время, значит, 16:39. 17:39, значит, как вы помните, было 26 градусов Цельсия в комнате. Но я не проветривал, я, видите, те вот показывал, после первого, когда до 27 догрелось, я открыл окно, чтобы опять опустилось на 25. Потом опустилось на 25, закрыл, а потом включил свой уже. А здесь я не выключал, оно все равно опустилось за несколько часов, там сколько... Час-два прошло, пока я показывал то. До 26, значит. Значит, 17:39 включим. Продолжаем, значит. Прошло. Час прошел. Сейчас посмотрим температуру. Вот, значит, градусник. Температура 27. То есть на градус поднялась. А там у меня на 2 киловатта заводской поднималось на 2 градуса за час. Это значит, что киловатт энергии в этой банке, киловатт 100%. Поэтому можно пользоваться. Ну вот на этом мне здесь вот, на зиму мне здесь хватит вот. Чтобы зимой вот здесь вот у компьютера сидеть, опыты делать, мне будет тепло от этой баночки. То есть я себе обеспечил. А там дальше, может, должны подойти батарейки в конце декабря, в середине, в конце. Может, вообще сделаем от батареек, чтобы это не тратить. Так как батарейки уже научились заряжать бесплатно, как вы видели, разными методами. Ну, вообще, можно пользоваться, ребята, вот этой системой. Тут лампочка внутри и баночка. Больше ничего такого нет. 220 вольт. Спасибо за внимание. Всем желаю здоровья и исполнения всех желаний.